слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Утро на Болткоме продолжается. И с нами на прямой связи из Москвы ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, кандидат исторических наук, автор-исполнитель песен, которые в ряде фильмов звучали, Виктор Леонидов. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наверное, сразу, поскольку у нас достаточно такие сложные эпидемиологические условия, объявлен локдаун, карантин, в Москве тоже, я знаю, достаточно серьезные ограничения. Тем не менее, продолжается ли работа вот научных учреждений, общественно-культурных учреждений? Что сейчас происходит в Москве? Ну, вы знаете, у нас сейчас открыты музеи. И проходит мероприятие, где закрыто, где открыто. Ну, вот, например, мы готовимся в нашем Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына к открытию международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Вот, 15-го уже фестиваля, посвященного жизни русских за границей. Я думаю, вам это, ваше радио, вашим слушателям, это будет более чем интересно. Недавно мы открыли выставку, посвященную, знаете, очень интересной теме. Это русские архитекторы в Скопье. Это столица нынешней Северной Македонии, когда-то была часть королевства сербов, хорватов и словенцев. И вот там буквально все красивые здания выстроили русские мигранты. Но также вот у нас проходит выставка блистательного художника Мстислава Добужинского, который жил недалеко от вас долгое время по миграции в Литве. То есть, ну, все-таки какая-то такая вот такого полного, я бы сказал, открытый театр, вот по QR-кодам много открыто, такого полного локдауна, который был в первую пандемию, пока нету. Я нашим слушателям напомню, что Виктор Леонидов очень много сделал для того, чтобы вернуть архивы русской эмиграции в Россию, и для того, чтобы стали они не просто частью, ну вот, скажем, архивных фондов, но и вернулись в какое-то культурное пространство, и были открыты очень многие, может быть, уже забытые имена или известные только вот в узком кругу эмиграции поэтов, писателей, деятелей культуры. Вот, может быть, несколько слов о том, что какими фондами сейчас обогатились архивы Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына? Дело в том, что сейчас только что мы отпраздновали 25-летие нашего дома. Когда-то это было маленькое здание на Таганской площади, маленькое здание районной библиотеки. Сейчас это огромный центр, где музей, архивы, читальные залы. У нас до пандемии очень много было людей, которые приезжали из Прибалтики, ходили в нашу библиотеку, потому что у нас открыты архивы, открыты музеи. Ну, фондов очень много, у нас до 500 000 единиц хранения. И вы знаете, это все картины, архивы, книги, это все, что подарили русские эмигранты, те люди, которые считали себя русскими, но жили вдали от России. Это и книги, и архивы. Но из каких-то наиболее недавних вещей я могу сказать, что, например, рисунок великой Зинаиды Серебряковой. Можно упомянуть, был такой, к сожалению, умер замечательный патриот России, культуры ее, Андрей Львович Сметанкин. Он подарил нам целую коллекцию, там и Билибин, и Бенуа, и, значит, еще какие-то известные. Недавно закончили большую научную обработку великого писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Ну, то есть это очень много можно продолжать. У нас очень много проходит конференций. В частности, вот я думаю, вам будет интересно, только что у нас прошла большая научная конференция, посвященная русской акции в Праге. В 21-м году президент Праги Томаш Масарик выделил значительное количество средств на прием русских беженцев, белогвардейцев, интеллигенции, тех, кто бежали от революции и гражданской войны. В Праге были открыты ряд университетов. Вы знаете, что там жила Цветаева, жил Николай Раевский. Там был, если вот Париж это было культурное сердце эмиграции, то Прага это было научное сердце эмиграции. И вот, вы знаете, было очень приятно. Выступали послы и Словакии, и Чехии на открытии этой выставки. И они говорили о том, что какие бы ни были непростые отношения между странами, но вот культура, память о том, что наши люди и народы сделали друг для друга, она перевешивает все. Олег, а можно я спою свою песню, которую я исполнил на открытии выставки? Да. Значит, это был такой фильм «Русские без России», который вел наш знаменитый кинорежиссер и актер Никита Сергеевич Михалков. И каждая серия завершалась
песней, но там 30 секунд всего давало российское телевидение, а я ее спою полностью. Это песня, посвященная человеку моего поколения, который пытается прикоснуться вот к теням этих вот людей, которые жили вдалеке, но так любили свою родину, а тех, кого называли эмигрантами. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз. Парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю и тени храма в Корбине, и Троицу на Рюдарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано мне в строй Булони Бьянкур перед заводами Рено. Я там услышу разговор: «Пардон, месье, мы же парлерюс», и я аккордом ля минор нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить, и как мне заглянуть в глаза им все сумевшим пережить, но не вернувшимся назад? И ни в Москве, ни на Дону, лишь с верой в звон колоколов они несли свою страну среди чужих полей слов. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз. Парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис. Вот такая песня. Да. Браво, спасибо. Браво. Да, я сразу подумал, вот сколько действительно есть в мире поющих кандидатов исторических наук. И продолжая тему Михалкова, свой среди чужих, чужой среди своих. Как относится в академической среде к тому, что ведущий научный сотрудник исполняет песни? И как относятся барды, например, ну вот к тому, что в их рядах оказался вот человек с научной степенью? Ну, вы знаете, это не секрет. Сергей Яковлевич Никитин, наш замечательный композитор и исполнитель, классик, можно сказать, он тоже кандидат наук. Дмитрий Антонович Сухарев, который автор гениальной песни «Бридж Мула» и так далее, он, значит, доктор вообще наук. Это вообще явление, это было авторская песня, оно зародилось именно вот среди научной интеллигенции, да, вот это вот люди, которые ходили в походы, собирались на кухнях, среди, ну, интеллектуальной элиты, я бы сказал, Советского Союза, которая была тогда очень значительно. Что касается меня, ну, как-то я вот, ну, в принципе, ко мне, мне грех жаловаться, наверное, на плохое отношение, просто, ну, я как-то вот несколько особняком, я не принимаю участие в каких-то бардовских концертах, хотя меня там неоднократно высоко оценивал Александр Моисеевич Городницкий, и мы очень дружим с замечательным бардом, композитором, композитором Костя Тарасов. А вот я хочу сказать, что в Доме зарубежья, как и раньше в Фонде культуры, отношение к этому очень хорошее, потому что я, когда выступаю, я именно рассказываю о том, в общем, чем я и занимаюсь. Я рассказываю об этих людях, которые вот жили за границей и которые служили своей стране. Вы знаете, вот эмиграция, это же вот, ну, многие же считают, что, например, Бунин свои вершины достиг именно после вот трагедии, когда ему пришлось бежать из Одессы в 19-м году. Это у меня как-то одно сочетается с другим, и никаких проблем с этим, с этим я не вижу. Я вспоминаю свои замечательные выступления в Риге. Был жив такой Юрий Иванович Абызов, замечательный глава ЛОРК, да, Латвийское объединение российской культуры. У меня очень много друзей в Риге. И Рига вообще была одним из центров, вот та, что буржуазная, что ли, Латвия, которая называла межвоенный период, была одним из центров, выходили русские газеты, журналы. В частности, я хочу сказать, был такой совершенно замечательный православный публицист Никифор Волгин, который потом погиб в сталинском лагере. Он с потрясающей силой вот писал о какой-то старой, такой утраченной России. И много-много-много других.
Насколько вот сейчас ситуация, когда ведь понятно, что тех, отправившихся в эмиграцию, людей уже давно нет в живых даже их, может быть, детей, это уже внуки, правнуки, там какое-то третье, четвертое поколение. Вот сохраняют ли эти люди русский язык, русскую культуру, русские традиции, или они уже, ну, растворяются? Потому что это, в принципе, для, скажем, и для русских, живущих в Латвии, тоже такой больной вопрос, что делать, раствориться или вот пытаться как бы стоять особняком, что лучше? Нет. Ну, знаете, ну, я, конечно, я бы хотел сказать, что все-таки мы работаем с людьми, которые, конечно, хотят оставаться русскими в культурном плане, в языковом плане, да, и именно поэтому им очень охота, что им очень охота, чтобы память вот об их предках, которые хранили, их очень хотели вернуться на родину, но не смогли, была как-то зафиксирована в нашем музее. У нас же вот, Олег, я очень надеюсь, когда ты вот, когда вся эта, как говорил Пушкин, когда зараза минет, да, ты приедешь в Москву, ты пойдешь и ты увидишь этот музей русского зарубежья у нас. Это фантастическая вещь, его открывали 2 года назад. Вот, это музей, причем не просто музей, как бы, там, великих людей, таких как Бунин, там, Куприн, я не знаю, Рахманинов, Сикорский, да, нет, это попытка вот показать именно эту огромную планету. Учебники, там, иконки, крестильные рубашки, какие-то бытовые вещи, воспоминания этих людей, там, значит, какие-то журналы, какие-то там, то есть это вот попытка показать вот этого огромного острова, вот этих миллионов людей, которых страшные события 20-х годов выкинули за пределы России. Это такой единственный музей, он очень интересно сделан. Но, в принципе, можно зайти по ссылке domrz.ru и совершить такую виртуальную экскурсию по этому музею. Я думаю, что это будет более чем интересно. И если можно, может, я спою еще один небольшой романс. Да, ладно? Да. Тоже из этого же фильма, тоже на эти же такие ностальгические темы, которые я написал для фильма «Русские без России». Какая же будет награда, когда взор обрадует твой решетка у летнего сада и корпус кадетский родной, где дед твой, гвардейский полковник, учил без муштры и без розг. Запомни, мой милый, запомни, с Дворцовой пойдешь через мост, и сердце забьется в истоме, когда запоют соловьи, а сам ты окажешься в доме, где прожили предки твои. Ты свечи поставишь в часовне за тех, перед кем мы в долгу. Запомни, мой милый, запомни, погост на другом берегу. Я плачу и слез не могу, и знаю, есть наша вина, что кровью умылась святая родная до боли страна. Я встречи с ней жду, как паломник, пускай после судного дня. Запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня. Запомни, мой милый, запомни, ты ей отслужи за меня. Виктор Леонидов, да, я напомню нашим слушателям, Виктор Леонидов, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, кандидат исторических наук и автор-исполнитель песен, которые звучали во многих фильмах. Да. Виктор, может быть, несколько еще слов вот о том, сколько еще вот может, ну, сохраниться архивов каких-то неоткрытых, ну, не знаю, атлантид вот в русской эмиграции, которые еще пока вот неизвестны, или уже вот все открыто? Нет, конечно, нет, потому что очень много. Потом, как ты правильно совершенно сказал, что ряд все-таки, ну, правнуков, внуков есть, которые уже забыли, значит, язык своих дедов.
Вот, но тем не менее они хранят какие-то архивы. Иногда бывают совершенно невероятные вещи. Например, вот ряд каких-то, значит, ценных вещей, связанных с эмиграцией. Например, я получал для нашего музея от москвичей, представляете, да, которые жили, вот у них там хранились какие-то письма, которые кто-то там присылал из-за границы, когда стало это можно. Это бездонная тема, и вы знаете, все больше и больше, очень много каких-то частных коллекций, хранений. И, ну, это не, неостановимо. Если даже есть надежда открыть сейчас какие-то новые автографы Пушкина или записи песен Высоцкого, иногда всплывают, которые вообще никто никогда не слышал, да, то, конечно, и вот все-таки миллионы людей, которые разбросаны по всему миру. Знаешь, я никогда не забуду, я, по-моему, в Тургеневской библиотеке в Париже. К сожалению, куда-то вот стыдно для архивиста признаться, куда-то делал этот блокнотик с записью. Значит, там были письма казаков из Центральной Африки. Из Центральной Африки, которую, значит, где-то они там сплавлялись в 22-м году, в Конго или там где-то еще, в Экваториальной Гвинее, не знаю, и рубили лес. Вот, и сплавляли лес. И это была очень тяжелая работа за копейки. Но одного человека они от работы освободили. Почему? Потому что он помнил наизусть многие стихи из сказки Пушкина. И представляешь, пока он, значит, не все то, что он помнил, он не написал в блокнотик, они боялись, что там лихорадка, кругом там змеи, вообще все. Они боялись, что они не вернутся. И чтобы кто-то, хотя бы их детям, которые были рядом, чтобы они это учили. Это потрясающая совершенно история. Давно, кстати, Институт русского языка имени Пушкина провел огромный такой вебинар по всему миру, там подключались люди, международные пушкинские чтения. И я рассказывал о том, как русская эмиграция встретила годовщину со дня гибели Пушкина в 1937 году. Была знаменитая выставка в парижском зале «Плиель», Пушкина и его эпоха, которую организовал великий, значит, танцор, балетмейстер, наследник Дягилева Сергей Михайлович Лефарь. Это была именно выставка Пушкина и его эпоха. Там были картины Кипренского, Венецианова, Тропинина. Со всей Европы собрали все, что сохранившееся, что можно было сохранить. Но плюс к этому, я помню, из Парижа в 92-м году привез большую такую папку, она сейчас хранится в доме Цветаевой, значит, билетов всяких приглашений на пушкинские вечера. Там было, по-моему, из 100 стран, вот где везде, где только проходили. Люди как бы снова вспомнили, что они что-то, вот что-то у них есть за плечами, да, они лишились родины, но все равно есть великая культура, есть этот великий поэт. Я, кстати, знаешь, хотел бы, может, если можно, ты вот говорил о том, что я вот открывал забытых поэтов. Можно я сейчас прочту стихотворение? Да. Был такой замечательный казачий поэт Николай Туроверов, который умер в Париже в 1972 году. Я прочту два его коротких стихотворения. Одно самое знаменитое, которое потом стало известно благодаря записи группы Любе. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы все время мимо своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Правда, гениальные какие строки. Сразу вспоминаешь фильм «Служили два товарища». А вот еще одно стихотворение Туроверова о том, как он уже в Крыму в 20-м году, молодой под Исаул Левгвардии атаманского полка, как он уже вот по пути в эвакуацию, он заезжает в ханский дворец Бахчисарая. «В огне все было и в дыму, мы уходили от погони, увы, не в пушкинском Крыму, тогда скакали наши кони, в дыму войны был этот край, спешил наш полк долиной Качей и покидал Бахчисарай. Последний наш разъезд казачий. Конец, конец, всему конец. В незабываемом волнении я посетил тогда дворец в печальном запустении. И я увидел тронный зал, мерцало тускло позолота. С трудом стихи я вспоминал, в пустом дворце искал кого-то. Нетерпеливо вестовой водил коней вокруг гарема. Когда и где мне голос твой? Опять послышится зарема. Прощай, фонтан холодных слез. Мне сердце жгла слеза иная, и роз навеки не принес. Роз тебе, тебя навеки покидая».
Правда, какой был замечательный поэт, какие ли были стихи. Ну и помнишь, как говорил Евстигнеев в фильме «Берегись автомобиля», не замахнуться ли нам, друзья, на самого Вильяма Шекспира, да? Вот можно я замахнусь на Александра Сергеевича, времени не так много. Да, «Исповедь небольшую». Угу. Буквально две «Исповедь минутки». Небольшую. Угу. Да, песню, которая ему посвящена. Еще чуть-чуть, не место торгу, один лишь месяц или другой, и мы пьянели от восторга над новую его строку. И пред воздушной громадой бездумно нежно легких струн была бы еще одна награда блаженство пушкинских стихов. И пусть ушел так рано гений, и бронзе выкован весь путь, мечтало столько поколений под пулю ту подставить грудь и над кровавой рогожей успеть судьбу благословить. Спасибо дал ты, милый Боже, взамен него меня убить. Его давно покоит вечность, и у святых уснул он год. Но снег в крови на черной речке бросает в холод до сих пор. А сердце, как бы ты мечтала поверить чудеса порой, но хоть чуть-чуть, хотя бы малость, чтоб он побыл еще живой. А сердце, как бы ты мечтала поверить чудеса порой, чуть-чуть, хотя бы малость, чтобы он побыл еще живой. Спасибо. Спасибо огромное. Виктор Леонидов, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, Александра Солженицына и автор-исполнитель песен, с нами сегодня был на прямой связи из Москвы. Спасибо большое. Ждем в Риге. Хорошего дня. Всего доброго.